И всем привет, ребята, с вами Махрон. Это новый сериал под названием «Я раб девушки Бэтмена». Если вам понравится, то подпишитесь и поставьте лайк, и напишите комментарий. Но вам приятного просмотра. Короче, объясняю, что у нас происходит. Мы с родаками наконец-то смогли сходить в кино. Прикиньте, наконец-то! А, все, сынок, домой. А, какой балдежный фильм, он мне так понравился. Да-да-да, он мне вот тоже очень сильно понравился. Он такой крутой, блин. Этот Бэтмен такой тяу-тяу-тяу, всех там чисто раскидал. Наверное, один из лучших фильмов для меня. Согласен. Блин, уже жалко, что темно. Уже звезды там появились. Надо, короче, домой идти. Блин, как-то холодно. Блин, я же плюс 10, а почему так холодно? Блин, дождик еще пошел. Мне фильм понравился. Все эпичные моменты. Согласен. Что ты не надел свитер? Нифига ты, батя, чисто. Да блин, мама, я же... Ладно, мама, надену другой раз. Так, где-то... Так, ладно, пошлите домой. А то уже ветер. Блин, сейчас простудимся. Давайте быстрей. Мама! Ты вообще меня не слушаешь. Да послушаю себя, слушаю. Все, побежали быстрей, а то холодно. Ой, блин, стоит там какой-то чувак. Блин, какой-то чувак стоит. Блин, стоп, я тебе... Блин, надо быстрее, 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 оп. Блин, кто это такой? У него миниган. Что? Мам! Мама, иди сюда. Мама. Мама, кто это такой? Ты его знаешь? А, денег нет, но есть, понимаешь, я не могу дать, потому что их нет. Что? Сынок, беги домой. Мама, в смысле? Тихо. Батя. Он батя убил. Мама, бежим! Мама, бежим! Быстрее, быстрее, пожалуйста! Не хочу, чтобы он нас убил! Или что он сделал с батей? Надеюсь, батя жив. Так, все, бежим за переулок. Нет, мама! Блин, что делать? Так, ладно. Надеюсь, он меня не заметит. Так. Все, забегу сюда. Все, и спрячусь. Блин, если сюда зайти. Так, не, ладно, все, вот тут спрячусь. Надеюсь, он меня не заметит. Блин, что случилось с мамой? Он убил ее. И батю тоже. Что делать? Блин. Надеюсь, он ушел оттуда. Блин, еще и дождик. Так. Он же ушел отсюда. Тихо. Так, все, он ушел. Блин, что делать? Я забыл, где дом. Так, наверное, он где-то в той стороне. Так, сейчас надо позвонить. Может быть, они живы. Так. Блин, друзья, что-то не... Все, ты попался. Нет. Так, что здесь? Кто там? Кто там? О, что? Девушка! Так, он взял миниган. Нет, девушка, бегите, он вас убьет! Девушка ударила вертухой. Что? Фиг, она его вырубила. Да. Здравствуйте. Не бейте меня, пожалуйста. Я ничего не сделал. Так, сынок. А, какой сынок? Не бейте меня, пожалуйста. Моих родителей так убили. Пожалуйста, не бейте меня. Что тут? Блин. Она сейчас, наверное, меня изобьет. А, блин, 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 что делать, что делать, что делать? Так, того она убила, что ли? Реально убила. А, кстати, ты мать чекнул после обстрела? А, нет. Она, походу, мертва. Что? Блин, я остался один. Еще какая-то девушка пристала. Друзья, она не отвечают. Ед, гиджи, люб. Плюп, хорошо, хорошо, я понял вас. Понял? Да-да-да, понял. Блин, какой-то еще подъехал мужик. Все, походу, мне кранты. Я тут и сдохну. Короче, все, ваши герлы, я подогнал тачку. Будешь жить со мной? С вами? Ладно, Бэтмен. Так, ладно, походу, она... Ой, что-то она меня садит домой. Ой, блин. Блин. А, так, походу мы поехали. Так, блин, а что-то вырубился. Так, едем. Какие-то тут помехи вообще происходят. Блин, все так холодно. Едем, едем в село. Так, мы едем по какому-то мосту. А, что такое? О, на дискач. Какой дискач? Краткий путь? Какой краткий путь? Что он делает? А, что? Вы что, совсем? Какой краткий путь? Через воду?
Так, они, походу, совсем шушухнулись тут. Блин, может быть, сбежать отсюда? Открывай. Тихо. Блин, ладно, заметил. А, да, что такое тут? Капец, они проехали через воду на этой машине. Так, ладно, все, пошли. Он взял... Нифига. Ничего вам. Я слежу за тобой, Бубил. А где он? Где она? Альберт? А, все, вот она. А, да. Блин, где ж, куда они меня привели? Что это такое? Так. Слушай, что... Зачем вы меня сюда привели? Или как-то тебя там... А, меня Махрон зовут. Да, вот, Махрон. Да, что так... Зачем вы меня сюда привели? Какое-то лого странное. Летучий мышь какой-то. Какой Альберт? Какой Альберт? Альфред, точно! Так, ладно. Блин, тут какой-то компьютер. Капец. Может, тут что-то потыкать? Нифига себе. Оп. Оп-оп. Альтап. Опа-опа. Нифига себе. Это логово девушки Бэтмена. Да-да-да. Так. О, что-то загружается. Так, кайф. О, какие-то два восклицательных знака. Блин, что я сделал? Что такое? Я тут просто ютубчик запускаю. Ты шушу? Не-не-не, а что такое? А что я сделал? Блин, какие-то восклицательные знаки. Блин, походу я что-то другое сделал. Не ютуб запустил. Чего? Бубр, включи защиту. Какую защиту? Ладно. Включил? Понял, Альфред? Что? Каких они словах говорят? Так, ладно, пусть они разбираются. Я пока посмотрю, что тут за логово. Так. Капец тут. Бром, в смысле, голосовой помощник. Так, все, тихо. Нифига себе, какая-то капсула. Походу, они тут опыты делают. Или что это такое? Еще какая-то капсула. Так, ладно. Я на задней, следи за ним. Так, все, понятно. Походу, Альфред сейчас за мной следить будет. Какие-то костюмчики. Что это такое? Ребят, если вы знаете, кто это такая девушка, то напишите, пожалуйста, комментарий. Я просто не пойму, кто это такие. Какие-то летучие мыши, какие-то костюмы, какие-то компудахтеры. А, да, Альфред, что ты делаешь? А, да я тут рассматриваю, вот. Красивая маска, мне очень понравилась. Река и киска, чисто. Альфред. Так, блин, меня что-то напрягает. Так. О, Simple Dimple и Popit. Ребят, напишите в комментариях, что лучше, Simple Dimple или Popit? Вот просто. Мне кажется, Simple Dimple. О, смотрите, какой он хороший. А не этот ваш Popit. А ты, Альфред, как думаешь, Popit или Simple Dimple? Короче, ты попал временно на базу Бэтмена. Я это уже понял, что какой-то Бэтмен какой-то. Так, блин, слышишь, Альфред? Какое-то оповещение. Он завтра приедет. Подожди, что за оповещение? Какое-то оповещение странное. Ну-ка. Так. Так, какое-то странное... Звонок на жучок. Все нормально. Что? Какое-то... Да-да-да, все нормально. Что? Как я ее слышу? Иди сюда. Так, да, что такое, Альфред? Что такое? Какое-то задание. Ну-ка. Какое-то задание. Я Bad Girl. Альфред! Хорошо, я еду. Что? Куда она едет? Чё это за задание? Что вообще происходит тут? Что происходит в этом логове? Вон она пришла. Ничего не нажимай. Ладно. Так. Я тут. Так, походу, они сейчас будут разбираться с чем-то. Я вас подожду вон там. Ребят, что тут просто происходит? Я не понимаю. Какое-то логово, какие-то мышки. Какие-то бед-герлы, какие-то машины, что-то все это все странное. Блин, может сбежать отсюда? Я не понимаю. Эх, так, тихо, он сюда идет. Все, поехали. А, ребят, так, ну я тут останусь, да? Важное задание, если вместе с Буброном. Не-не-не-не-не, я тут останусь, ребятки. Не-не-не-не-не, давайте не надо. Быстро, ну ладно-ладно. Все, не пинай только меня. Так, блин, пока мы ехали на это задание, уже день стал. Едем, да-да-да, едем. Блин, куда-то... Блин, зачем она взяла со мной? Еще этот Альфред выпрыгнул. Так, песня тупая. Я что, без радио, что ли? Не-не-не, давай ты сама там на телефоне. Вот тебе на, послушай. Только не надо, не хочу петь.
Так, куда-то едем. Блин, как тут... Какая-то она странная, блин. Взяла зачем-то меня с собой. Блин, ладно. Какая-то в костюме вся такая. Ладно, куда-то... О, походу мы приехали. Так, что-то такое. Мы приехали, да? Блин, капец тут. Вышки аж... Ой, там какой-то человек. Тихо, тихо. Ой, он спрыгнул. Тихо. Чё, он на меня смотрит? Так-то так, это опять, походу, бандит. Нет. Бэтмен! А что? Бэтмен? Так. Так-так-так. Тихо. Ты что ли? Блин, что-то они общаются как-то. Так, надо с машины встать. Смотрим. Ничего не слышно. Тихо. Чё, они меня ищут? Тихо, под машину. Ой. Здравствуйте. Бэтмен? А я тебя знать? Ты кто? Помоги! Он ко мне пристает. Да чё вы ко мне пристали? Я обычный просто пацан. Блин. Это тот Бэтмен, который я смотрел на фильме. Это же он там всех. Тяу-тяу-тяу-тау. А ну шаурму пожарить. Что, блин, чё они там? В смысле? Так, ладно. Я пока сяду в машину. А то они там о непонятном что-то говорят. Так. Надо пока я Brawl Stars запущу. Так. Запускается. Пока пусть разговаривают там. Ты шушу. Блин, что-то они громко разговаривают и долго. Блин, пошли на свиданку? Так, что? В смысле? Свиданку. Бэтмен и какая-то девушка пойдут на свидание? Ты офигел? Фига себе, они там. Свидание на... Ладно, не хочешь, я пошел за шаурме. Что, вы это видели? Бэтмен предлагает какой-то девушке пойти на свидание? Шутит на меня еще звать? Так, ладно, тихо. Ой. Я ничего не слышал, ничего не видел, и точно это не записал. Точно нет. Ты послушал? Не-не-не-не-не. Я тут Brawl Stars играл. Понимаешь? Блин, надеюсь, она не спалит, что я послушал. Нигтеджи ЛФКЮ. Так, хотя стоять. Блин, он возвращается. Тихо! Возвращается. Где он? Ой, он сверху. Тихо. Ой, он возвратился. Так, Махрон, все, тихо, он вернулся. Иди, разговаривай. Иди, иди, давай, давай. Так, что он опять... Слушай, Махрончик, что вы ко мне все пристали? Откуда он узнал мое имя вообще? Чего они ко мне все пристают? Я обычный пацан, пацан. Блин, дайте пацану поговорить. Ладно, дай ему со мной поговорить. Что такое? Что, блин, что они ко мне пристают? Так. Так, ладно, тут какая-то точка красивая. Блин, так, какая-то точка. Блин. Ладно, Бэтмен, о чем ты хотел поговорить? Ладно, все, дай ему со мной поговорить. Он о чем-то серьезном. Фига себе, ты там. Хорошо. Давай, Бэтмен. Блин, Бэтмен такой весь в костюме, такой черный. Ты же хочешь? Что я хочу? Быть крутым? Братан, слушай, я не хочу быть крутым, просто. Хочу вернуться к своим родителям. Они этим всем геройским делом заниматься, чтобы на тебя подписывались. Ну, слушайте, ребята, я хочу, чтобы вы на меня подписались, так что надо, походу, послушать этого Бэтмена. И лайки ставили. Не, ну это точно уже... Это уже чисто плюс респект. Так, что-то она там следит. Просто пошли со мной. Блин. Так, ребят, как напишите в комментариях, с кем мне остаться? С Бэтменом или с этой девушкой? Или вообще убежать от них? А то они какие-то странные. Я тебя буду учить. Ты будешь моим помощником. Без кстати, прикинь, этот бубр, мать, не чекнул. Блин, может, убежать от них? Они меня задолбали. Так, ладно, пусть договорят. Я пока посижу. Пока посижу. Так. Кто? Слышь, йоу, все, вы там договорили? Тогда он ушел, походу. Мы, походу, договорили. Что такое? Ты, короче, мой напарник. Опять это все, но не хочу я быть этими напарниками. Слушай, а может быть не надо, ты просто вернешь меня домой к родителям и все. Я же не умею там ни прыгать, ни лазить, ни там. Не делать 360 чисто. Может, не надо это все? Твои родители чекнулись. Я понял. И что ты предлагаешь? Ты хочешь, чтобы я так? Просто таким был. И сражался? Ты серьезно сейчас?
Буду тебя тренить. Ладно. И как ты будешь меня тренить? Вот и одна тренька. А что это такое? Гарпун какой-то? И что ты... Так, не понял. На, берешь и чё? Ага. Берешь в руку, ага, вот так. Вот так берешь. Делаешь зацеп. Ага. И шо? И... Опа! Ой! А, блин! Носом ударился об стекло это. А, блин, как... А, больно как. Ты вообще шишу? Ну а что, берешь вот так и... А, как больно. Аккуратнее надо. Так. Может быть, вот тут получится. Оп, ой. Ой, и... Опа! Ой. Как высоко. Спаси! Помогите! Я сейчас упаду. Так, тихо. Фух, всё. Стой немного назад. Блин. Короче, ребята, надеюсь, надо походу надо заканчивать эту серию. И напишите, пожалуйста, в комментарии, как остаться, с Бэтменом или с этой девушкой? Или вообще сбежать? Тут непонятно, что происходит. Она взяла меня напарника и хочет меня сейчас тренировать. Не знаю, что мне делать, ребят. Подскажите, пожалуйста, в комментариях.